Обычно прилисты я снимаю в начале месяца один раз, да. Вот тут такой особый случай. Прилист, люди питаются едой. Он достиг 5000 видеороликов. И это произошло 25 августа. Четверг это было. И потом зашкалило. То есть это лимит. Оказывается, я дошел до лимитации. Плейлисты больше не публикуются. Там происходило непонятно что, я же не знал об этом. Мне пришлось по нескольку раз пытаться, потом только подтвердить свои действия на YouTube, ну, вот такие всякие штуки выходили. И потом, уже в пятницу, 26 да, августа, я создал другой плейлист, который называется «Люди питаются и едой заглавными буквами». Продолжение этого плейлиста. Почему? Потому что сюда уже не поставишь 5000 видеороликов, плейлисте «Люди питаются едой». Я дошел до лимитации. Есть ли такие, кроме меня, я не знаю. Но я дошел. Также я в свое время дошел до лимитации ответа на один комментарий. Там 500. А здесь 5000. YouTube нравится цифра 5. Ну, отличники, наверное, потому что...